Привет! Привет, мои любимые. Я уже вот пришла, помылась, почистила кальмары. Сейчас пойду их варить. Кому интересно, айда со мной. Буду вам показывать, как я кальмарчики варю. Башка еще мокрая, только-только вылезла из душа. Потому что я не могу, когда я прихожу с работы, мне обязательно надо помыться, чтобы так перезагрузился весь организм, иначе он весь так и висит в работе. Такие кальмарчики так захотелось. Ой, не знаю. Что-то хотела рассказать. И у меня сейчас так релакс, потому что после душа, как идет отдых полностью. Ладно. В общем, вспомню, расскажу. Подруга говорит, как у тебя лицо постройнело, и ты так типа меняешься. Ну, конечно. Поменялся режим, поменялось вообще так чувство. Вот личность всегда ищет какую-то важность, принадлежность, еще что-то. Ну, те программы, в которые нас вставляют с детства. Вот. И, естественно, мой организм не какой-то необычный и не такой, как вы все, как ваши организмы. Он тоже в свое время и ходил строем, и делал, как ему говорят, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому он тоже довольно-таки запрограммированный. Вот я его потихонечку как-то перестраивала. Самое сложное – это отключить ум. А все остальное, там вот инстинкты, еще что-то, ну это тоже непросто. Хотя зависит, наверное, от духа. Я вот даже с инстинктом материнства, можно сказать, справилась. Отпустила все вот эти вот программы, все потребности тела. Ладно, пойду готовить. Мне нужно соседке отдать денежки. Это мы собираем вот на новый счетчик. Но почему-то она себе насчитала 70 рублей, а мне насчитала 130. Что-то мне это не очень нравится. Ну ладно, пофиг. Надо отдать ей. Евгения Павловна принесла денежки. А, это 130, да? Да, 130 под Хорошо, расчет. хорошо, сейчас там помечу. Сейчас, говорит, помечу. А то забудет. Потребует слова. На кухне не была 3 дня. Что тут происходит? Что тут творится? Запах мне не нравится. Ну, плиту я мыла, она еще довольно-таки чистая. Хотя не очень. Вот здесь. Вот здесь что-то. Ну, лучше, чем иногда, скажем так. Немножечко можно приоткрыть, хотя у меня голова мокрая, не очень хочется открывать. Красота сейчас понюхаю. Ничем не пахнет. В общем, Евгения Павловна и все, кто знает, Алене отдают цветочки. Видите? А она из этих цветочков берет эти, как их, лепесточки, почему-то сушит. Что это за секрет такой? Я не знаю. Кто знает, напишите мне. Мне очень интересно. Так, ладно, пошла я за кастрюлей. Буду кальмары варить. Я уже стирку поставила. Вон стирала. Стирает моя машиночка. После меня уже кто-то мылся. Уже пол мокрый. Я как-то мылась.
Вытерла его хорошо. Опять белье навесили. Поэтому я дверь не закрыла, чтобы не было влажности. Как у меня ножки болят. Ах, все хорошо. Можешь. Так, взяла кальмар и несу. Прям фильм ужасов. Волну могу. Тра-да-та-да-та. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно, с каждым поделись. О, у меня энергия закончилась. Пишут, экономьте энергию. Ладно, тогда я побегу, поставлю его в зарядку, и пусть он заряжается, а я пока поварю кальмарчики и вам потом покажу на каком-нибудь, на втором или на третьем. Так что, мои родные, так что вот, надо срочно заряжать. Где у меня зарядка? Где-то в курточке была. Тра-та-та-та. Сейчас поищу. Да, вот она. Тра-на-на-на-на-на. Тут зарядочка. Сейчас.